Браво, очень здорово разобрался в этом эпизоде. Бам! С правой ноги Алексеев! Вот, как раз таки подклад. Сейчас мяч в центре поля, динамовцы. Прекрасная передача, удар! Какой удар! Ударище! Ой-ой-ой, Дима Пиката! Да ладно! Как так-то? Здорово, хорошая передача. Гигалаев, попытка перебросить мяч. Гигалаев 2-0. Очень красивый гол. Ну вот, красивый гол знамени отменили. Красивый гол Динамо никто не отменит. Ника Гигалаев. Браво, очень здорово разобрался в этом эпизоде. 2-0 Динамо обыгрывает знамя. И передача хорошая в разрез из глубины пошла на Нику. Ну и сам Гигалаев увидел, что пошел на выход, побежал. Стремглав на него голкипер Яруков. Это очень хороший пас из глубины. Котов отдал. Есть подача. Пробить не удается Столиваров. Подбор. И быстро, мощнейший! Неберущийся для Балаганского. И это Андрей Алексеев. Страшнейшая пушка. Вот это, да, вот это мощь. Ликуют трибуны, ликуют все на стадионе «Металлург». Князев дождался Макаева. Ислам смещается под правую. Нет, Князеву такой забросик идет. А бьет Захаров и забивает гол. Вот это взятие ворот. Под перекладину мяч отправляет. Но здесь, конечно, просто все было выполнено на 5 с плюсом. Да, Захаров этот мяч забил. Атака и очень здорово под перекладину мяч колотил. Ворота! Ничего себе! 2-1! 2-1 Химки забивают! Вот это красотища-то!